Наталья Хлизунова обратилась в центр медклиник в октябре. Ее беспокоил лишний вес, повышенный холестерин и общее состояние организма. Спустя 3 месяца Наталью не узнать. Вес снижается. Много? Ну, уже -5 есть. Пока что. Хотя бы еще столько же. Все хорошо. Мне кажется, что все хорошо, все отлично. Давно известно, что лишний вес ведет к развитию многих заболеваний – гипертонии, сахарному диабету, ишемической болезни сердца, дисфункции многих органов. Ранняя диагностика возможных нарушений в организме и профилактическое лечение заболеваний – основа работы центра медклиник. Программа лечения подбирается индивидуально и только после 3D-диагностики. Мы оздоравливаем организм по американским разработкам, то есть лечим структуру тела, лечим эмоции, то есть с нашим каждым клиентом работает психолог, и лечим обменные процессы, биохимию человека, нормализуя с помощью рекомендаций диетологов. Александр Шурбин сегодня пришел в клинику в первый раз. Его беспокоят боли в позвоночнике. Я обратился в медклинику по проблеме. У меня 2 грыжи на спине, то есть опорно-двигательный аппарат получается. И вот предложили комплекс лечения. Время посещения подбирается удобное для пациента. В перечне процедуры – прессотерапия, лимфодренажный, вакуумно-роликовый и лечебный массаж. Они уменьшают отеки, подтягивают кожу и укрепляют сосудистую стенку. Криолиполис уничтожает жировую прослойку, а процедура миостимуляции еще и омолаживает, улучшает кровообращение и восстанавливает после травм. Свои рекомендации дают эндокринологи, косметологи и диетологи. Программы получаются индивидуально. Например, кому-то нельзя одни процедуры, кому-то другие нельзя. Поэтому мы, исходя из после обследования, только назначаем определенный курс лечения. Клиника работает в нескольких направлениях, здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, венозную недостаточность и занимаются коррекцией веса. Нравится очень ЛПГ, массаж хороший. Ручной хороший массаж здесь очень делают хорошо. И ЛПГ тоже процедура очень нравится. Миостимуляция. Чувствую себя прекрасно. И не только я. И окружающие тоже. Специалисты клиники уверены, что красота и здоровье неразделимы и готовы помочь в решении многих проблем.